Родители решили отдать меня в военное училище. Я не смог сказать отцу, что хочу быть стилистом. А что это? Вчерашний сон. Интересные у тебя сны. Переделаешь меня? В смысле? Ты же стилист. Нормально? А мне куда? Туда? Ох, и запахи! Балуешь ты нас, мать, балуешь. Так. Ну я же просила котлеты, а не курицу. Отставить разговорчики. Картошку будешь? Да. Хлебушек. Давай тебе положу. Вот. Ага. Ешь, ешь. Курица тоже полезна. Миша, ты где был? Уроки давно закончились. А он опять с этой лиской таскался. Ну что за выражение рядовой? Опять? Сколько раз я тебе говорила? Лиза тебе не пара. Тебе что, дружить не с кем?
чесна, ну сбегай, принеси мне. Чтоб ты сдох, тварь. Ну, будь человеком, ну, плохо мне, ну, Лиза, ну. Мать, в больнице, ты опять нажрался. Ну, перестань, ну, сбегай, я тебя прошу. Да пошел ты, а! Прошу тебя, ну, за... Слышь, Мишань, ты чё с этой шизоидной гуляешь? Мы тут с пацанами решили на футбик сходить, литру прогулять. Пошли с нами. Миша, да всё нормально, иди. Здорово. Здорово, привет, привет. Да ладно, парни, ну чё вы, она просто немного другая, что ли. А какая другая? Дубанько вообще. Ладно, погнали. Ужас как всё. Ты как здоров. Сейчас он хлеб подступишь, он мне ещё какой-то привозит. А, тренинг привет. Воронежский. Привет, 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 привет. Я занимал, Михалыч, скажи. Давай. Они свежие? Свежие. А сертификат дайте почитать. Господи. Ты что, да? И что ты тут вычитать хочешь? Почему-то вы мне тыкаете. Да потому что ты... Курица в навозной куче, тут ковыряешься. Или пряники забирай, или очередь не задерживай. Тоже мне фифа. Сертификат дожидается. Следили бы лучше за своей курицей. Ваш план войти ночь в семью не сработает. Да в страшном сне нам ваша семья не снилась. Ноги ваши, Лиза, в моем доме не будут. Если ваш сын к Лизке приблизится, я ему ноги по самую голову оторву. Если вы хоть пальцем тронете, пеняйте на себя. И вам не кашлять. Ну, ну, дай ты мне пол-литра, ну! С Венечком собрались, а? Одни Горкина у меня, да? Ты собаке пожрать дала, а? Турям воды налила, а, мать, в больнице! А ты тут устроил, вот черти что, а? Ух, если твоего ухажера увижу ближе, чем на 10 метров, обоих выпарю! Ромович, Джульетта хреновы! А потом нам с Зинкой, значит, этих ваших джульетят скармливать, да? Губозакаточную машинку купите, во! Во! Присесть некуда, нет. И куда это ты собралась? Как же я тебя ненавижу, шалава. Дедюш, идите спать, а? Ты в моем доме еще будешь
мне указывают, пойдем, что пойдем, делать. Пойдем, да, пойдем, да, все... Убрал руки, убрал. Ты думаешь, если твой батька вояка, то тебе своими вот сальными руками все можно трогать, да? Что? Миша! Что ты? Ну не надо! Вставай, вставай! Шлюшка, отвали. Так, сейчас. Отвали. Остынь, Лёха! Ты... Остынь! Миша! Да остынь, говорю! Миша, блин! Ну, тут для чего ты взялся, пацана? С боевым крещением тебя, сын. Спасибо. Нет бы поговорить. Молодец. С сыном, как мужик с мужиком. Ты сам как дитё дурью маешься. Вот сколько раз я тебе говорила, не связывайся ты с этой Лизой. У них вся семья неблагополучная. Когда мать будешь слушать? Ты всю ночь собираешься стоять? Нужно доверять своему сыну. Я с ним поговорил по-мужски, как ты просила. Ему-то я доверяю, а этой девчонке нет. Слушай, мать, да в наше время интернета не было. Ни айфонов, ни айпадов. Да и жили мы в другой стране. А как жили хорошо. А? Да. Пошли спать. А чайку? А вот это галактика Андромеда. Она имеет такую же спиралевидную форму, как и наша галактика. Только свет от нашей галактики будет идти до нее 2 миллиона 500 лет. Мы умрем? Еще 2 миллиона 500 лет будем жить по пути галактики Андромеда. Ну что ты, шлюшка, расслабься.
Мамочка, ну как ты? Ой, Надя, не знаю. Плохо мне что-то совсем. Прилеп. Я приготовлю, пойду. Приляг, отдохни. Я пойду посплю после смены. Ладно. Я отдохну, приготовлю. Все потом. Ага, отдыхай. Ну как вы тут без меня? Мамочка, ты главное не болей, ладно? Не буду. Не буду. О, все. Это ку-ку. Леш. 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 Лёш. Зина, ты хотела, чтобы она уехала учиться? Я помогу деньгами. Пусть уезжает с глаз долой. Видеть её не могу и не хочу. Все время мне напоминает, что у меня нет своих детей. Лёш. Зина, это не жизнь. Обещай мне. Ну, если я, ну, если со мной, ну, сам знаешь, ну, что не оставишь Лизу. Чего она работать не идет, а? Здоровая баба. Пускай идет работать куда угодно. Она ребенка еще. Она ищет себя. Ищет? Mm. А я должен всю жизнь на нее корячиться. Картинки свои сатанинские, мозги есть рисовать, а работать нет, ищет. Лёш. Привет. Привет. Как мама? Плохо. Лечение не дает результатов. Сейчас, чтобы выжить, нужно иметь много денег. Я нарисую много картин, и у меня будет много денег. Поехали. Куда? Увидишь. Thank you.
Откуда ты это взял? Это тебе. Для будущих настоящих картин. На заднем дворе нашел, хотели выбросить. Спасибо. Что с тобой? Голова что-то закружилась. Наверное, из-за мамы перенервничала. Когда-нибудь я увезу тебя очень далеко, где нас никто не найдет. И мы будем делать, что захотим. Лиз, мне опять сказали, ты школу прогуляла. Ну, если ты собираешься в художественное училище, там же тоже надо экзамен сдавать. Ну что? А вот Куинджи два раза поступал. Кто? Куинджи. Но ему не помешало стать великим художником. Понятно. Мам. Мам. С тобой будет все хорошо? Конечно. Я же тебе говорила, все будет хорошо. Все переживу. Мам. Я похожа на сумасшедшую, да? Да ты что? Нет, конечно. Про французского художника Тулуза Трека тоже говорили, что он был психически больной. Доктора считали, что одним из симптомов является потеря памяти. А он, чтобы доказать обратное, начал писать сцены жизни цирка. И написал свою канатную пьесу. Лиза, тебе не интересна тема урока? Покажи, что ты записала. Она опять своих чертей рисует. А без нее это, дьявола выгнать. Столяров, я тебя не спрашивала. Лиза, покажи, что ты записала. Побежала в церковь грехи замаливать. А только дьявол нашелся. Тихо, тихо, успокоились. Продолжаем урок.
Не обращай на них внимания. Они дебилы. А я и не обращаю. Если все твои картины сны, то как ты представляешь себе реальность? Реальность страшнее снов. Сны можно контролировать, а реальность нет. У тебя инструменты здесь? Да. Что, прямо сейчас? Королева, давай. И опа. Не, ну а чё? Креативненько. Пакеты в машине возьми. И тебе здрасте. Опять навезла кучу ненужных вещей. Зин, да ты сядь, не суетись. Я по дороге в кафе останавливалась. Поела уже. Да в каком кафе тебе такие блины подадут? Да угомонись, я тебя умоляю. Один холестерин. Эх, а я блинчики с удовольствием. Зин, ты себя как чувствуешь-то? Нормально она себя чувствует. Я не с тобой разговариваю. Лёш, скрипим помаленьку. Зин, я тебе, кстати, здесь таблетки из Америки привезла. На, держи. Спасибо. Вы ешьте блины-то, пока теплые. Я же сказала, поела уже. А я с удовольствием.
год классный. В 1867 году Васнецов уехал в Питевую поступать в Академию художеств. Лиза, а я хочу свой портрет. И чтобы в образе принцессы-русалочки. Иначе я все маме расскажу. А что? Может, и правда, Лизка станет известной художницей. Миш. Ау. А художники много зарабатывают? Лена, а вот тебе это зачем? Скажи, пожалуйста. А может, мама и папа разрешат, чтобы ты на ней женился? Так, Лена, давай-ка иди отсюда. Дуй-дуй-дуй. Бросай пса. Давай. Давай-давай-давай. Спасибо за интернет. Угу. Пожалуйста. Сестра, так жить нельзя. Посмотри, на кого ты стала похожа. Руки неухоженные, на голове черт знает что. Ты похожа на бабку старую. А ты ведь не намного старше меня. На, вот, прими. Держи. Зачем это мне? Куда мне в это входить? Вер, ты чё? Оставь себе. С ума сошла. Это прошлогодняя коллекция. У нас это вчерашний день. А в твоей деревне следующее тысячелетие. Возьми, померяй. Все будет хорошо. Мы справимся. Мы тебя вылечим. А то ты всю жизнь на этого дурака потратила. Что ты видела в своей деревне? Ну, значит, и не увижу. Я тебе сколько раз говорила, поедем со мной. Но ты же упрямая. А я бы тебя в клинику хорошую устроила. Зи. Смотри-ка. А тебе идет. Тут я родилась, тут я и умру. Хорошо, что тебя Лёшка еще такой взял с ребенком. А то б сидела сейчас у разбитого корыта одна. А я, Вер, Лёше очень благодарна за это. Да. Как они ладят-то? Ну, ты знаешь, не очень. Лизк, ты что с собой сделала-то? Меня интересуют мои взаимоотношения с отчимом, да? Она хотела просто помочь. Ну-ну. Красиво. Не родной-то. Дай поспать.
Но я же женщина. Мы же с тобой говорили, у тебя может начаться осложнение. Я же не заразная. Зит, ну не начинай сначала. Я сейчас мать на процедуры отвезу, а потом к себе домой поеду. А ты забери ее завтра утром. Да не надо. После смены. Не надо, я на автобусе доберусь. Ну-ка, не буянь. Завтра и заеду, сказал же. Езжай. Я решил уйти из дома. С тобой. Хорошо. Что? Вот так просто? Я всю ночь не спал, думал только об этом, а ты... Хорошо. Васнецова родители отдали в духовную семинарию. Думали, что станет священником. А он все равно все бросил. И стал художником. Призвание. Против него не попрешь. Это тебе алгебра. Сделать надо до завтра. Лен, не расти такой наглой. Если я всю жизнь буду делать за тебя уроки, ты ничему не научишься. А если не сделаешь до завтра, я расскажу родителям, что вы с Лизкой сбежать собираетесь. Так. Это кто тут сбежать собирается? Да Мишаня, знаешь. Лизка у него авторитет, он ее слушает, а вас нет. Она его подговаривает парикмахером стать. Миш, посмотри сюда. Это правда? Мы тут бьемся. Из кожи вон лезем, чтобы его в институт хороший пристроить. А тебе на нас плевать? Нет, это не так. А как? Значит, я не зря, Павел Александрович, насчет училища напряг. Все в силе остается? Да. Гляди. Пойдем.
Лёша. Лёша. Попался, мой хороший. Я же тебе говорю, там кто-то есть. Но я же не виноват, что она такой живучей оказалась. Ты сегодня дозу ей добавила, как договаривались? Нет, я не смогла. Она на меня так жалобно смотрела, я не смогла. Ну так ты определись уже. Либо дом, либо сестра. Когда ваша мамашка завещание вам стряпала, она о тебе не думала. Все на твою сестру ущербную записала вместе с довеском. Так что определяйся. Я даже не знаю, когда она Лиску родила. Я уже в Москву уехала. Работала, как папа Карло, хотела в люди пробиться. А ей все на блюдечке. С голубой каемочкой. С голубой каемочкой. Королева. Представляешь, сколько было бы еще картин, если бы не этот урод? Да. Дом он их точно порвет. Поэтому я все их перенесла. Скажи, а ты никогда не хотела найти своего настоящего отца? Мама сказала, что он умер, когда мне было 2 года. Я его не помню. А потом появился он. Дядя Лёша. А он такой всегда был? Я лучше промолчу. Хорошо, дома. А Лиза в школе? Да кто ее знает? Болтается с этим Мишей. Или картинки свои малюет. Господи, как ты меня напугала. Ты таблетки-то пила? Да врач сказал. Да какие у вас врачи? Ты знаешь, сколько они стоят? Сестра права. Зин, ты бы пила их. Ладно, как скажете. Угу.
Лизка твоя вообще ничего не делает. Хоть бы о матери подумала. Не ругайся, Вер. Ну все, отдыхай. Отдыхай. Доктор сказал, еще месяц или каюк. Жалко мне ее как-то. Жалко. Жалко. Продадим эту халупу и заживем как люди. Так, смотри. А это вставляешь сюда. Да. Вот так вот. Так, ну давай-ка попробуй сама. Ага. Ты очень талантливая художница. Ну как, пойдем поставим? Так, смотри. А сюда нельзя. Сюда. Миш. Вот сюда. Ай. А давай сюда. А нет, так, так, так. Ага. Что это какая-то... Дай сюда. Дурашка ты. Ой. Ты же этого хочешь, да? Вы все этого хотите! Тихо, Лиза, 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 что с тобой? Лиза, Лиза, что? Лиза, Лиза, что? Лиза, Лиза, что? Правильно питаться и не переутомляться. А главное, не нервничать. Вы у нас папаша. Ну что, поздравляю вас, молодой человек. У вас начинается новая жизнь. Вы, конечно, оба очень юны, но жизнь расставляет свои приоритеты. Лиз. Что он говорит? Я не понимаю. У меня будет ребенок. Что? То есть... Ты со мной вот такая, а на самом деле... Миш, подожди. Но я не могу тебе всего рассказать. Чего? Чего ты не можешь рассказать? Я ведь тебя любил. Ты просто шлюха. Не называй меня так никогда.
Ребенок — это счастье. Если у меня силы будут, вытянем. А помру, тебе все достанется. Леша поможет. Он любит тебя, правда. Это он просто, ну, расстраивается из-за меня. Мам, я... Ну что? Я... Ну что? Помнишь, ты говорила, что мне пора начать готовиться к поступлению? Помнишь, ты помнишь, Помнишь? Вот, ты я готов. Ты походишь на индивидуальные занятия, ну не в середине же учебного года, ну. Что случилось вообще? Ничего, ничего, да ничего куда? Не случилось! Сейчас, секунду. Смотри, я готов. Ничего. Резани, и все страдания кончатся. Ну, что ты ждешь? Вот так. Ну, давай. Давай. Потом сядешь лет на 15, мать твоя загнется. Шик нет. Отцов детей. Ты сволочь! Тварь! Это твой ребенок! Я убью тебя! Тихо. Ты взрослая девочка. Знаешь, что тебе делать, да? Денег не на борт, да? Лиза, я все понял по твоим рисункам, слышишь? Я все... Пошли оттуда, пожалуйста, пошли! Леша, я должна тебе кое-что сказать. Все потом, я на работу опаздываю. Леш, Лизонька беременная. Леш, у нее ребенок будет. Вот радость. Нагуляла где-то, а нам теперь лишний рот. Пусть аборт делает, и так еле-еле концы с концами сводим. Леш, ты что такое говоришь-то?
Это же ребенок, Леш. Я сказал аборт делать. Родила шлюху, вот она и нагуляла. Она не моя. Не моя дочь. Лиза не моя дочь. Ты дура? Таблеток нажралась. Она не моя дочь. Ты чего несешь? Чье? Я не могла, я забрала ее из дома, когда узнала, что Верка отказалась. Какая Верка? Сестра. Сестра моя. Сестра Верка. Верка, сестра. Лёха, дура. Сестра Верка. Лёш, ты чё? Верка. Верка. Лёша! Ну что, соскучился котик? Отвали. Да что случилось-то, объясни. Что случилось? Что случилось? 16 лет назад поменьше надо было ноги раздвигать. Ты что, с ума сошел? Что, что случилось? Лиза твоя дочь? Не может быть. Я ее в роддоме оставила. А Зинка твоя сердобольная забрала ее из роддома? Ну ничего, ничего. Скоро все закончится. Скоро все закончится. Не было у тебя дочери и не будет. Стой. Это наша дочь. Лиза. Лиза, наша дочь. Наша. 16 лет назад. Это наша дочь. Стой! Постой! Слышишь? Это наша дочь. Это наша дочь! Я понял. Все сговорились, все против одного. Что? Что? Остановись! Тварь! Шлюха! Лёша! Лёш! Мы не можем быть вместе. Я не могу. Лиза, я все знаю. Я все знаю по твоим рисункам. Послушай. Послушай, я тебя люблю. Не надо мне ничего объяснять, я тебя люблю. Просто давай, давай, я не знаю, давай, давай уедем, убежим, начнем новую жизнь. Нет, ты не понимаешь. Я все понимаю. Я не могу тебе всего рассказать. Тихо, не надо мне ничего объяснять. Не надо, просто будь рядом со мной. Слышишь? Просто будь рядом со мной. Тихо. Голубки! Воркуете! Она тебе, эта шлюшка, тоже нравится, да? Трахал ее, да? Небось, твоего носит, да? Не подойди к нему, пьяный! Она рассказала, как я ее трахал. Ей нравилось. Она...
визжал от удовольствия. Заткнись, тварь! О, решили все избавиться от меня и жить в моем доме хотят. Ты понял? Шлюхи! Зина, когда же ты сдохнешь? Я сама решу, когда. Шлюха! Не трогай ее, тварь! Лиза, Лизонька, Лиза, дочка, очнись. Давай. Сейчас давай, посерти. Посерти. Сейчас. Доченька, посерти. Ничего. Все будет хорошо. У тебя вся жизнь впереди. Ты сильная. Путь мой словно нитка, скоро в нем исчезну. Уезжаю в никуда я, там чисты кремницы, там в реке вода седая, хочет с небом слиться. Прости, сестра. В зеркале неба отражается река, в зеркале реки проплывают облака. В зеркале судьбы отражаются мечты, в зеркале жизни отражаешься лишь ты. Лишь ты.
плачет скрипкой грустной самой, в сердце боль разлуки. На ветру прощаюсь с мамой, и слабеют руки. Осенние осины прячут в листьях слезы, но мерцают негасимо серебром березы. В зеркале неба отражается река, в зеркале реки проплывают облака, в зеркале судьбы отражаются мечты, в зеркале жизни отражаешься лишь ты. В зеркале неба отражается река, в зеркале реки проплывают облака, в зеркале судьбы отражаются мечты, в зеркале жизни отражаешься лишь ты.